Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Не успела я сегодня проснуться и улыбнуться, как увидела, что вышла новая песня Алены Швец. Поэтому сегодня не плановый разбор на песню Алены Швец 14. А это что значит? Бери инструмент в руки и погнали учиться. И для начала давайте мы и сыграем. Сегодня дашь чисто по приколу, я возьму гитару, школу и сыграю 3 аккорда. На балту училки, чтоб подальше рассадила телек, ключ 4-0, да. Я в 14 страдала, 18 подустала, раскидаю хулигана. Буду пьяной уже можно, мне коньяк, это мороженое, день был сложный. Маленькая девочка сидит у окна, маленькими слезками плачет она. Новые картинки к стене пригвоздит, верит этот подряд даже тем, кто трындит. Девочка вступила и связалась с козлом, как же ей со всеми так не повезло. Девочке скажу, будет все хорошо, просто будь собой, просто делай музло. Просто будь собой, просто будь собой. Разбор на укулеле. И вся песня строится у нас на 4 аккордах, самые базовые. Единственное, что тебе в этой песне понадобится каподастр. Если у тебя его до сих пор нет, то наконец-таки закажи салика за 50 рублей. Ну или же сегодня намотай карандаш с резинкой на гриф, и вот тебе каподастр. На первое время тебе пойдет. Разберем сначала аккорды песни. Покажу без каподастра. В обычном расположении. Итак, первый аккорд АМ. Мы ставим 4-ю струну на 2-й лад. Далее идет у нас аккорд F. Мы к этой же конструкции, которую уже поставили, просто зажимаем 2-ю струну на 1-м ладу. Далее у нас идет аккорд C. Мы зажимаем 1-ю струну на 3-м ладу. И 4-й аккорд, аккорд E7. Мы зажимаем 4-ю струну на 1-м ладу, а 3-ю и 1-ю на 2-м ладу. Получается АМ, F, C, E7. Когда мы поставим с вами каподастр на 4-й лад, то получается с этого места мы считаем от нуля. То есть у нас каподастр нулевой лад, далее 1-й, 2-й, 3-й, 4-й. Теперь мы считаем от каподастра все лады. И получится, мы же запомнили наши аккорды, как бы считаем вот это 1-й лад, это значит у нас 2-й. И то же самое. Также играем аккорды. Единственное, я дама уже взрослая, Е7 может быть немного неудобно в таком расположении играть, поэтому вам нужно будет чуть-чуть в левую сторону потянуть кисть. Получится вот так вот. Нужно будет попрактиковаться, чтобы это сыграть, но у вас все получится. Теперь все аккорды от каподастра. АМ, F, C, Е7. Разбор на укулеле. Что теперь касается боя и арпеджио. В куплете мы играем следующий рисунок. 4-я струна, 3-я, а 1-я и 2-я вместе. И получается 4-3. И данный рисунок мы играем на 1 аккорд. То есть АМ, F, C, Е7, АМ, F, C, Е7. На протяжении всего куплета мы играем такой рисунок. Теперь что у нас получается в куплете? Сегодня дашь чисто по приколу, я возьму гитару школы и сыграю 3 аккорда. Тра-та-ти-та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 
четверка, как мы привыкли делать, а бой четверок, то есть будет 4 удара. Рисунок этого боя будет следующим образом. Вниз, вниз, вверх, вниз. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз. По-другому. Рисунок боя мы повторяем на один аккорд. Получается вниз, вниз, вверх, вниз, 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 вверх, вниз. И получится у вас. Маленькая девочка сидит у окна, маленькими слезками плачет она. Новые картинки к стене пригвоздит, верит всем подряд, даже те, кто трындит, ну и так далее. И на таких простых движениях строится вся песня. Если тебе понравился этот разбор, то можешь поставить свой лайк.
Также написать в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. Ну а самое главное, подписывайся на мой канал, потому что мне есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков, чтобы наше было укулеле комьюнити самым большим и масштабным на русском ютюбе. Тем более нам с Пепочкой будет очень сильно приятно. И не забудь скинуть это видео своей подружке, которая обожает Алену Швец, чтобы она быстрее выучила ее на укулеле и сделала ковер в Инстаграм. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Cappello leggero galante.